кто это стоит. Вы бы не хотели выиграть килограмм золота? Слышай, там уйди! Я тебе дам 2 килограмма золота, то не напрягай. Айда, Костякова увидите? Нет. Увидите? Не трожь, он мой. Чего обиделась-то?
тогда специально для тебя инструкция. Как знакомиться с девушками? Забайкальский дворец и вода! Имя! Борица! Фамилия! Максима! Замуж хочешь? За мной? Стася! Коля! Николай! Ведь это же забайкальский вариант знакомства. Понял? Девушка, а не подскажете, как ваше имя? Лариса. Фамилия! Максимова! Да, хочешь? За мной? Я все понял! Я все понял! Дай его сюда! Фамилия! Фамилия! За мной! Понял! Итак, команда КВН «Забайкальский вариант» начинает свое выступление.
И наступят смутные времена, когда доллар будет равен 6 рублям. Башкирия пришлет команду на КВН фестиваля в Сочи. Гляньте, братцы, это ж Сочи! Не знаю, как вам, но мне Сочи не очень. Я-то думал, Сочи — это пляж, море, девушки, парни. Видите, сегодня утром, ну, хоть бы один загорающий. Все из-за тебя. В Сочи можно загорать даже зимой. Ну, можно, можно. Если, конечно, потеплее одеться. Вот что вы вообще расшумелись? Удобно люди к вам ходят. Вот у меня уже ответил на такой вопрос. У них здесь в Сочи чизбургеры. Есть? Чизбургеры? А зачем тебе чизбургеры? А затем... Теща провожая заказала. Я, говорит, за один чизбургер полжизни отдал. Вот мне два надо. А как на вокзале нас провожали? А ровно на вокзале два! Один мужичонка к нам подходит и спрашивает: а чё, это правда, что вы в Сочи едете? А мы ему: да. Да. И чё, будете там показывать то, что и нам показывали? А мы ему: да. Да. Правильно! Так этим сочинцам и надо! Мало им одного, понимаешь ли, циклона! Господа, господа, у меня для вас две новости. Одна старая, но хорошая. Вторая новая, но плохая. С какой начать? Ай, давай с хорошей, хоть и старой. Наши немцы под Сталинградом разгромили. А вы что, разве не хотите к нашему незаконному за попрощание сказал? Ну что мог тебе сказать? Мужики, то, что мои деньги пропали, я понял сразу, как только вас увидел. Молодой человек, вы имели неосторожность нанести ущерб моей ноге.
Позвольте сидеть с этим, считать вас особью мужского пола, классом млекопитающих, семейство парнокопытных, родных котлов. Поняли! Идите, репетируйте! Ну что, ребята, вот мы на юге! Хорошо здесь, в Сочи, тепло и море, а в Питере холодно и река. Поесть бы чего-нибудь! Да ведь у нас есть яблоки! А вот представьте, берете яблоко, красивое, открутываете его, и видите, там самое страшное. Что? Червяка? Нет, пол червяка. Все-таки хорошо здесь, дождь. Зима, а птички поют. И голуби здесь, как у нас, самые смелые птицы. А это еще почему? Потому что только они 70 лет позволяли себе поливать грязью светлые головы наших вождей. Да, а как здесь насчет девушек? А с девушками тут знакомиться осенью. Почему? Потому что осенью аисты на юг улетают. Жена! Теща! В самые критические моменты я пользуюсь пистолетом с глушителем. С ним я чувствую себя уверенно и безусловно в любом мокром деле. А главное – тихо! А что? Я со своей тещей очень мило общаюсь. Вот стою я на кухне, как-то готовлю, прибегаю. Вот! Все конфорки заняли! Нет ты челюсти прикипятить! А я отвечаю, мам, ну что мы будем ругаться из-за какой-то плиты? Скоро у вас будет своя, персональная плита. За краской! Говорит Москва. Прослушайте результаты социологического опроса на тему «Любите ли вы КВН?» Чего? Ответил 42%. Да ты чё? 28%. А я-то чё? 29%. Однозначно! Ответил один человек. Интересно, где они этот опрос? Ну, они в Государственной Думе. Кстати, о криминальных структурах. Знаете, какая самая заветная мечта питерских бандитов? Какая? Развести мосты. А вы последнюю новость слышали? Наша налоговая инспекция взяла всех артистов эстрады за живое! Ну и как? Ну, какова общая реакция, я не знаю. Но Борису Моисееву очень понравилось. Говорит Москва. Открылся новый фонтан, пишущий Чубайс. Ребята, а вы моего Кирилла не видели? Да что ты, девочка, откуда же ему здесь взяться-то? Ведь Кирилл появляется только там, где собираются настоящие кувейки. Смотрите, летит! Главное, чтобы он нас заметил. Научись играть в КВН, научись играть в КВН, научись играть в КВН.
домой, Мегеринцев. Ребята, а из меня может получиться фотомодель? Нет, только фотообой. Или фоторобот. Встретились как-то два заколочки начинающие. Живем под газами, летаем птицы, под лавами синим, по заграницам, а мы тут и перемещаем, а мы тут и маленькая девочка! Дядя! Это я потеряла! Мне мама на хлеб дала! А ты? Да что я, заводили что ли? Дал ей на хлеб! О, Кинни, а что это у тебя? Пятачок после деноминации! Сегодня у нас рубрика «Очумелые ручки». Народный очумелец Андрей Александрович Бахметьев покажет, что можно сделать ручной гранатой! Йо-йо-йо! Это у тебя что? О, это термос! И всегда, когда я иду в библиотеку, я беру всегда с собой термос. Если вдруг кто-то начинает кашлять. Знаю, знаю, ты пьешь его чаем. Каким чаем? Я его термосом, термосом, а термосом. Мы термосеры. Давно мечтает встретиться в очном поединке с Майком Тайсоном. Уже 5 телеграмм отправили. Ну, и что? Что-что? Ну не хочет он играть в шахматы. Не хочет! Встретились как-то за шахматы столом Гарри, Каспаров и Кирсан Илюмчинов. Я не верю в перемены в шахматы. Почему? А почему слоны не летают? Знает теперь Каспаров, что слоны летают, да еще как! А у нас в Калмыкии, знаете, какое гостеприимство? Знаю, знаю, накормите, напоите и за шахматную доску усадите. А если я в шахматы играть не умею? Тогда напоить, накормить! И так до тех пор, пока в шахматы играть не научишься. Дима, мы же с тобой в одной семье росли. Все делили поровну, хлеб, масло, шалу. Вот так и выросли. Кто больше, кто меньше. А, говорят, в Москве на юдашке на билет стоит в 10 раз дороже, чем на КВН. Ой, как то ж? Юдашки. А что юдашки? Что юдашки? Что ты там у него смешного видел? Вот у меня тоже как-то раз смешного надернул за веревочку дверь и открылась. А что здесь смешно? Так я думал, вода польется. Папа, а почему ты носишь обручальное кольцо на указательном пальце? Ну, представь себе, подходит ко мне в Сочи красивая девушка и говорит, пойдемте в ночной клуб. А я ей, ты что, не видишь, я жена? Thank you.